Так, 4 человека только. 3 человека. 4 человека. Раз. 2. 3. 4-я бабушка. Давайте я вам помогу. Ну что это такое? Пустые автобусы ходят. Постановление кабинета министров от 16 марта. Смотрите телевизор. Умирают в основном люди 65 лет и плюс. То есть вы в группе риска. Зачем вот это придумать? Зачем вот это? Зачем они нас колотят? Это, скажите. Зачем? Да какая безопасность? Вот ходим нормально. Гляньте, не умираем ничего. Мы получается 6 человек заходят. Заходи, Таня. А в маске? Таня, заходи. Еще 2 человека. Заходи. Так, все, давайте, женщина. Отойдите, дверь закрывается. Господи, домой не доедешь. Домой не, ну что это, домой не доедешь. Ерундой, дайте людям ездить, что это вы фигней занимаетесь. Люди друг на друга травите. Выйдите, я не поеду, штрафы я платить не буду. Ну, Женя, передавали 20. 10 человек, в троллейбусе едет 10 человек, все, выходим. Всех не забирают, 3 человека. Так, еду я с ребенком. Я не могу. Да. Закон суров, но это закон. Чтобы стояли вот тут и регулировали. Я пришел, очередь занял. А то, ладно, прохожу, одна бабушка. Раз, молодые, ох, упрыгнули в автобус и все. Я думаю, милиция должна стоять и впускать, выпускать. Ну, я не знаю кто. Ну, а как вы хотели, все. Придумать такое, такого не было никогда. Выталкивать не буду, а так попрошу, конечно, чтобы они вышли. Но выталкивать не буду. Ну,